Итак, друзья, сегодня у нас на повестке дня вот такой вот гризли, который попал в столкновение с деревом. Вот так вот у него все загнулось. То есть здесь фишка в том, что идет сумасшедшая у него толстенная дюралевый кенгурятник, который особо не пострадал немножко, но здесь ушла рама. И сейчас мы будем производить арматурные работы по данному квадроциклу, восстанавливать и покажем результат. Получно завершили работы по вот такому красавцу Yamaha. Поставили расширители арок. Выпрямили всю морду. Это, конечно, ад был. Морда вся симметрична, идеально. Правая часть у него была на 12 сантиметров ушла. Мы ее вытянули. Но, конечно, не обошлось без стапеля и сварки, потому что это было очень сильно. Кенгурятник выправляли, заваривали заново аргоном и покрасили его в черный цвет. Поменяли ступичные подшипники, прокачали тормоза. И вот такой вот у нас красавец сейчас поедет своему владельцу. Весь подготовленный к бою. Yeah, let's go. Come on. If you got a system in the trunk,